добрый день. Вы на канале Дом Мебли. Начинаю снимать несколько видео по мебельной фурнитуре. Почему я это делаю? Потому что хочу показать то, что в принципе в наших магазинах я не видел. То есть я живу в областном центре, но в наших магазинах, сколько я смотрел, я такой фурнитуры не видел даже. И поэтому хочу вам показать и рассказать немножко. Значит, ее можно будет не только посмотреть у нас, но, конечно же, и заказать. То есть, кому это будет интересно, можно будет написать, а потом там или координаты, или каким-то другим способом. Но это можно будет не только посмотреть, а даже и купить. Значит, что собой она представляет? Ну, я начну из системы для раздвижных столов. Вот смотрите, вот есть вот такая система, да? К раздвижному столу. Значит, показываю. Что собой представляет? Вот набор, значит, профилей, они идут на роликах, это к раздвижному столу, можно применять, можно, конечно, и в других местах ее применять. Значит, здесь идут ролики точно так же, как в телескопах направляющих, здесь стоят ограничители, дальше она уже не едет, вот так, так она получается в сложном состоянии, так она получается в разложенном состоянии. И дальше начинается самое интересное. Значит, под заказ можно сделать разную длину. Не обязательно она должна быть вот такая. То есть можно сделать разную длину. Так, дальше что можно сделать? И можно набрать этих секций 1, 2, 3, 4, 5. Только сколько нужно этих вот секций, столько их можно и набрать. Это тоже все это делается и выполнимо. И дальше, еще самое что интересное. Этот профиль можно сделать вот такой вот шириной 72 мм. Можно сделать даже и так. И получается очень интересная система. Ну, говорю, в наших магазинах, где продают и фурнитуру, и под заказ, я еще такой не видел. Но оказывается, что такие моменты есть. То есть, опять же повторю, его можно заказать. Цена здесь вполне демократичная, то есть здесь она не очень большая, но и не маленькая. Это уже будет зависеть от длины, от профиля, какой будет, и от количества этих вставок, которые есть. Но я думаю, что здесь 4-5 вставок, их вполне достаточно, но говорю опять же таки, что можно сделать здесь разные вариации. То есть еще раз покажу, вот так вот она раскладывается. Так, ну на этом будет короткое видео все. Потом в следующих видео еще покажу еще другие системы, чтобы сразу же не нагружать слишком много вашего внимания. Ну, пока вот такая интересная, как для меня, очень интересная система. Вот. Это с этой стороны. Это с этой стороны. Сюда крепится одна столешница, здесь другая, раздвигается. Ну, я думаю, что понятно. Так, на сегодня все. Спасибо за внимание.